приветствую вас на своем канале. Меня зовут Виктория Хилько, и сегодня я хочу поделиться с вами обзором на детскую школьную форму. Хотя она называется и школьной формой, но размеры идут от 98-го, поэтому я спокойно эту же коллекцию, эту же одежду покупаю и для своей младшей доченьки. Итак, сегодня преимущественным в заказе, очень долгожданным, была у нас все-таки обувь. Первое, что мы заказали, это вот такие вот туфельки, лаковые туфельки, вверху лаковая эко-кожа, внутри натуральная кожа, стелька натуральная, подошва тунит, здесь такая немножечко они такие, в общем, в полосочку, чтобы не сильно было скользко, небольшой каблучочек, супинатор внутри есть, это очень важно для деток. Так, про каблучок сказала. На такой вот липучке. Липучка, кстати, очень хорошая. Мы уже заказываем вторые туфельки в компании. Вот мы по весне заказывали из коллекции Валентина Юдашкина. И сейчас вот заказали такие туфельки. С бантиком, что делает их очень такими элегантными. И мне очень нравится вот эта вот прозрачная такая штучка. Не знаю, как она правильно называется. Но, в общем, на ножке смотрится очень шикарно. К сожалению, сегодня на модели вам показать не могу, поскольку такая жара, она очень распсиховалась, когда все мерила. Поэтому видео отказалась категорически снимать. Поэтому вам расскажу. Просто расскажу. Дальше. Размер 33. Хочу обратить ваше внимание, что у обуви, вот я говорю сейчас про туфельки и расскажу позже про ботиночки немножко, но во всяком случае я подбирала размер точно такой же, как идет по размерной сетке на сайте. Под каждой парой обуви есть размерная сетка. Для каждой пары обуви она отдельная. Поэтому я померила ножку длины стопы дочку своей от пальчиков до пяточки, поставила, линейкой замерила, и объем. Эти туфельки, скорее всего, не на очень полную ножку, на худенькую среднюю. У нас худенькая ножка, поэтому нам хорошо, и на среднюю ножку, я тоже думаю, подойдут. Но уже на очень полную ножку, я думаю, что навряд ли девочки они влезут. Вот, и поэтому с размерной сеткой, которая находится на сайте, размер обуви совпадает. Мы заказали 33 размер, 20,5 сантиметров длина, точно такая же длина ноги моей дочки, даже там немножко меньше, 20, наверное, 3, 20 и 2, вот такое, но мы заказали 20,5. И все хорошо, небольшое прям, ну вот действительно вот эти там 2 миллиметрика запаса есть, поэтому я делаю вывод, что вот они идут размер в размер с той сеткой, которая указана на сайте. Туфельки замечательные, темно-синего цвета они на самом деле, ну не знаю, на камеру мне кажется, они больше какие-то черные отдают, у нас такие темно-синие. Дальше, ботиночки. Шикарные ботиночки на шнурочках, вот в них я влюбилась прям с первого взгляда, можно сказать, я влюбилась в такие ботинки еще вот в прошлом году, но как-то побоялась, не знаю почему, даже побоялась заказать эти ботинки. Сейчас что-то вот этот страх ушел, и я уже не сомневаясь, прям вбила их в заказик. Ну что, действительно, они очень красиво смотрятся на ножке. Они очень хорошо сидят, и их можно обувать и под юбочку, и под брючки. И вообще, я думаю, заказать себе такие, если будет размерчик. Я не помню, если честно, с какого вот эти идут размера. Ботиночки. Сейчас по составу зачитаю. Кстати, все ботиночки, туфельки приходят у нас, каждая пара, да, в пакетике в отдельном, точнее, каждая штука вот так вот в пакетике приходит и вот в таком мешочке. Значит, по составу эти ботиночки. Верх искусственная кожа, подкладка натуральная кожа, стелька натуральная кожа, подошва резина. Супинатор имеется. Точно так же, как и в туфельках. Здесь, мне кажется, еще лучше подошва, поскольку она вообще такая будет противоскользящая. Ну, лаковые, и туфельки прошитые. Опять же, такой невысокий такой каблучок, едва-едва ощутимый.
Но я вам опять же говорю, что вот обувь шикарно села. Опять же хочу сказать, что это обувь на худенькую и среднюю ножку. Я думаю, что на полную ножку оно не очень-то подойдет, хотя здесь и шнурочки, да, можно как-то и подъем побольше сделать. Ну, не знаю, надо мерить, скорее всего. Но я думаю, что это узкая и средняя ножка. На нашу узенькую ножку они подошли идеально. Опять же, я смотрела по размерной сетке на сайте, 33 размер, и 33 размер нам тоже хорошо подошел. Хочу обратить внимание, что еще обратить свое внимание на том и акцентировать прям ваше внимание, что у каждой обуви, у каждой пары, у каждой коллекции, в общем, свой размерный ряд. Потому что если вот в ботинках 33 размер, да, 20,5 сантиметров, и в туфлях шел, то уже когда я стала выбирать кроссовки, на 20,5 шел 31 размер. Поэтому обратите на это внимание. Все-таки размерная сетка на сайте говорит правду и правдивые размеры. Шнурочки. Ну, шнурочки мне не очень нравятся. Наверное, я перетяну какие-то другие, может быть, потому что они развязываются. Ну, вот такого рода шнурки все не очень-то хорошо держится, но тем не менее, опять же говорю, вот этой мы парой обуви довольны просто невероятно как. Дальше, второй раз я уже заказываю своей дочке вот такой вот шикарный бомбер. Действительно шикарный, он такой красно-розовый, малиновый какой-то. В общем, в принципе, камера передает верный цвет. Серые рукава, в полосочку здесь хорошая резиночка. Такой бомбер мы брали в первом классе, то есть 2 года назад уже. Мы в первом классе относили его от и до, потом еще целое лето таскали. У меня с ним не было вообще никаких абсолютно проблем. Он отлично ассистировался, не растягивался, не сужался, вот как надо быть. В общем, ни кнопочки, ничего не поотваливалось. Поэтому этот бомбер я вам советую, тем более цена на него сейчас просто смешная. Вот 134 размер по каталогу, по-моему, шел 23 белорусских рубля. Ну, я вот точно не помню, ну где-то в этом районе, там со скидкой консультанта, это в районе там 18-19 рублей. Ну, то есть это совсем дешево для такой вещи, потому что мы были в магазине сегодня и на рынок заходили, и там цены в 2, а то и в 2,5 раза выше. Размер 134, ткань. Полочка и спинка 80% хлопок, 20% полиэстер, рукава 100% хлопок. Ну, то есть тело будет у ребенка дышать. Артикул 89671, ну, это на рост 134. Кому интересно. Вот, в запасике еще идут такие вот штучки. Бомбер идет размер в размер, и для девочек представлено 2 бомбера. Есть еще какой-то с пайетками, в общем, серо-синий какой-то с пайетками. Я его заказывала в прошлом году, хотела дочке своей уже взять другой, но он оказался великоват, и он оказался очень широковат, я бы сказала, что прям, ну, на худеньких девочек, таких как моя дочка, он смотрится абсолютно никак, он висит, можете полистать, кому интересно. В моих видео в прошлом году увидите обзор на тот серый с пайетками бомбер. Дальше, новиночка, это вот такой вот, такая вот водолазочка, или как она правильно называется здесь, трикотажная фуфайка с длинным рукавом. Мы ее уже немножечко даже испачкали сегодня в шоколад. Классная, легкая, она не теплая, действительно легкая. Здесь 95 хлопка и 5 эластана, 134 размер, идут размер в размер. Ну, немножечко, может, там длинновато, да, нужно будет заправлять, скорее всего, в брючки и рукавчики немножко так, но они прям не висят, они здесь хорошо фиксируются. Есть такая небольшая складочка на рукаве, но это не критично вообще никак. Одевать под низ, под какую-то кофточку, под бомбер тот же самый, либо под пиджачок, это будет отлично, тем более, что то мне нравится, что они хорошо стираются. Вот я младшей дочке в прошлом году брала похожий с такими же рисунками, беленькими, красивыми. Ничего с ним не стало, еще до сих пор будет носить. Единственное, что я переживаю,
что за лето вымахает, и он будет ей маловат. А вообще к качеству не придраться абсолютно. И еще вот таких вот три обычных трикотажных купальчики. Тут и младшие дочки, и старшие дочки, и крестницы. В общем, всем, кому можно, взяла. Опять же, базовая коллекция. Обычные такие вот кофточки. Идут, опять же, размер в размер. Опять же, только здесь уже 100% хлопок. Обращаю внимание, если в беленьком есть немножко эластана, натянется, то здесь 100% хлопок. Но, опять же, все хорошо ложится, просто идеально садится, хорошо смотрится. И вы знаете, даже вот по таким смешным ценам взять детям на сменку элементарно, я их брала вот просто, чтобы они начнутся немножко холода, начнет дома становиться прохладно, даже элементарно просто надеть такую кофточку дома будет очень замечательно. Ну и взяла их в 104-м росте и в 134-м. Ну и беленький, точно такой же, только абсолютно беленький, без ходик, либо рисуночка. В общем, на этом пока все, что мы заказали. Еще я планирую заказать очень-очень всего много, поэтому подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередное видео. Одежда мне придет, наверное, на следующей неделе, в общем. На этом все. Большое спасибо, что были со мной. Если есть какие-либо вопросы, обязательно пишите в личку мне, как со мной связаться. Все мои контакты я оставлю ниже под этим видео. Также регистрируйтесь абсолютно бесплатно, ссылочку для регистрации я оставлю ниже под видео. Покупайте всю продукцию от компании со скидкой от 20%. Сейчас на одежду школьную действует просто шикарная акция, поэтому, если желаете, регистрируйтесь. В общем, на этом все. Большое спасибо, что были со мной. До новых встреч. Пока-пока!